Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска, двигатель 2 литра, механика. На этом автомобиле мы сегодня заменим стекло в передней левой двери. Есть видео, где снимал обшивку, смотрел, из-за чего у нас перекос стекла. Стекло менялось, поставили дубликат и, видать, при установке, а может быть просто пластик, некачественные крепления. Одно было отломано, а сейчас и второе крепление отломалось, и стекло просто упало в дверь. Заказали оригинальное стекло. Разбираем и устанавливаем. Снимаем вот эту мыльницу. Здесь поддеваем с этой стороны отверткой. Вытаскиваем ее. Под ней у нас находится саморез. Также берем накладку этой ручки. Оттягиваем. Сверху и снизу у нас тоже по саморезу. Магнитом достанем саморезы. Снимаем уголок, поддеваем его сверху. Снимаем. И отрываем снизу карту от двери. Теперь поднимаем ее вверх. И отключаем троса. Также снимаем вот этот разъем. Для этого на разъеме снимаем, сдвигаем фиксатор назад. И выдергиваем его. Для того, чтобы нам опустить стекло до положения крепления, мы с карты снимем блок управления стеклоподъемниками. Для этого сзади его поддеваем вверх. И вытаскиваем. Подключим его. Достаем старое стекло. Вот видно, что это отломано крепление, оно даже раскрошилось, а это оторвалось вообще полностью. Теперь выставляем
вот эту планку, чтобы здесь одна сторона была и здесь сторона была. Берем головку на 10 и откручиваем вот этот болт. Пластик сам хрупкий, вот он видно весь трескается, хотя должен быть устойчив. Также со второй стороны тоже откручиваем. Вот он раскрошился тоже. Только из-за этого стекло и болталось. Смажем салазки обычной литьевой смазкой. Берем оригинальное стекло, номер его 68-102-42-160, стекло передней левой двери. Достаем его и устанавливаем сверху в дверь. Выравниваем стекло по направляющим, вот он встал, и опускаем его теперь вниз до крепежных моментов. Здесь на планке направляющие опускаем и заводим обе направляющие. И наживляем. Также и вторую сторону. Поджимаем маленько. И пробуем, как оно у нас закрывается. Все, стекло у нас работает. Теперь устанавливаем на место карту, снимаем. Блок управления стеклоподъемниками. И приклеиваем на место пленку пылезащитную.
защелкиваем разъем, фиксируем его скобой и устанавливаем оба тросика на ручку. Одеваем карту сверху. И защелкиваем клипсы. Так, у нас там блок висит не подклеенный. Этот блок надо в ручку здесь в разъем положить. Не разъем, в проем. Вот он. Устанавливаем на место уголок. Закручиваем оба самореза в ручку. И закручиваем саморез под ручку открывания замка. Берем мыльницу. И берем накладку. Еще раз проверяем стекло. Стекло не обучено, заодно сразу его обучим, чтобы оно открывалось и закрывалось вниз, вверх. Для этого включаем зажигание, нажимаем на кнопку «Опустить». Держим ее. Стекло опускается. 5 секунд держим. Поднимаем. 5 секунд держим. Работает. Также вверх работает. На этом замену стекла мы закончили. Всего вам доброго.